Как красиво. Омни-слэш. У нас есть минус Лина. А, Думка вот так хотел кинуть Дум, как мне кажется. О, Оракл. Помешал. Но вот Дум кидывать сейчас на Врейскинга смысла не вижу. Вот Фишерка можно было бы. Есть Guardian Angel. В итоге у нас Дум на Омни Найта уже после его ультимейта и после того, как он кинул Heavenly Grace. Окей, Лину забирали. А вот сейчас хотя бы забрать еще Омни Найта. И считайте, что получилось уже неплохо. Омник живой до сих пор. Самое это, что забавное. Омни Найта лопает только сейчас. Ну и, кстати, даблкил оформляет. Это ВРка. ВРка ускоряется. Можно будет прошивать по варшотам. Делать трипл килл, в принципе. Так, Джаггерна, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ох, невероятно, невероятно, трижды ВК убить, абсолютно верно, трижды, да, трижды. Так, минус Джаггернаут, минус Леон, очень сложно. Что делает Дум? Дум настойчиво хотел кого-то найти в кустах. Самое забавное, что Оракл выживает. Окей, минус Лишрак, замечательно. Так, подцепили. Кстати, не особо удачно подцепили. Омни Найта есть по нему одновременно и Дум, и ультимейт Джаггернаута. Неплохо. Симс Гуд мне нравится. Лина забирает сейчас Винтер и Верну. Далее цепляют в Рейс Кинга, в Рейс Кинг. Но вот ВК без маны, обратите внимание. Хотя не, маны у него достаточно. Джаггернаут крутится. Сколько там ВК убивать? Трижды. Первая смерть подъехала. Сначала прокает.